Всем привет, дорогие друзья, СКА-9060 на связи. Сегодня у нас вирус в игре Plague Inc. Быстро мутирующая болезнь, которую чрезвычайно трудно контролировать. Нажимаем продолжить, геномы не вставляем, так как без надобности и уровень сложности сложный, да. Болезнь называем коронавирус, хайпанем немножечко в связи с последними событиями мира. Нажимаем играть, добро пожаловать, выбираем стартовую точку. В Ухане стартовать не будем, стартанем в Египте. Что мы, какие-то плагиаты или что? Хорошо, коронавирус распространился на страну Египет, но это в кавычках, конечно. Ладно, все, нам дают подсказки, болезнь типа вирус, это нам не интересно, вообще не интересно. Мы выходим сразу в воздух. 9 очков надо. 9 очков. Вот есть 9 очков. Пути передачи. Выходим в воздух. Продолжаем. И сейчас еще на 2 раза надо выйти в воздух. На 2 раза. 15 очков нам надо насобирать, чтобы выйти в воздух. Киста мутировала, ребят. Кисту мы откатываем. Откатывать будем 2-3 раза за игру. Откатили. Оп, все, есть. Хорошо, продолжаем. Еще одно очко. Вот есть еще одно очко. Качаем воздух. Дальше воду вкачаем еще. Воду обязательно. Потом наляжем на таблетки и устойчивость к холоду прокачаем. Какие проблемы с этим вирусом, ребят? С вирусом этим проблемы в том, что вот Канада, Гренландия, Швеция, Норвегия, Финляндия. Вот эти самые проблемные страны. Киста, опять киста. Ребят, нам не везет. Вообще не везет на мутацию. Ну да ладно. Вот это 2 раза откатили, все, хорош. Хорош. Давайте, знаете, что сделаем. Насобираем еще одно очко на воду. На воду. Вот, есть. Дальше попробуем качать таблетки. Вкачать таблетки. Пошло, поехало. Собираем 11 очков. 11 очков на таблеточке. 11. Это все надо делать быстрее. Быстрее. Вот у нас таблеточки. У нас опять киста мутировала. Просто, я не знаю. Мутировала, пусть мутирует уже. Уже не важно. Болезнь распространяется. Заразный ВИЧ. Нас начнут скоро лечить. Давайте качаем холод. Давайте холод. Вот, есть. Хорошо. Так, все, стоп. Выходим еще в одну воду и воздушно-капельный сразу. Воздушно-капельный нужен срочно. Лечить нас не начали. Нарывы, ребят, нарывы. Что это такое? Да, тяжесть повышает невременно. Поэтому. 15 очков нам мало, нам надо 20 очков, у нас сейчас 26 очков, качаем воздушно-капельный. Дальше планы такие, будем вкачивать патоген, сложнее подается в исследованиях, Genetic Hardening. Вот 25 очков есть, вот мы раз качали, и устойчивость к холоду еще вкачаем, И все, и что. Главное, что лечить нас еще не начали. Вот мы есть. Хорошо было бы в Гренландию залететь, но анемия пусть будет. Южная Африка начала. Все, ребят, работа над лекарством. Нас начали лечить, да. 2%, 3%. То, что так, такие темпы, это, конечно, плохо. Но мы сейчас прокачаем вот это вот. И пойдем уже топить их. В принципе, надо сейчас скачать заразность по максимуму. Давайте вот это вот качаем еще. Все, нас начали лечить, нас начали давить. Это очень плохо. Вот, поехали. Так, инфекция нас мутировала. Давайте вот так вот будем и заражать, бороться как-нибудь с этим лекарством. Лечит нас достаточно быстро, рвота мутировала. Давайте вот заразность прокачаем еще. И вот прокачаем. Отлично. Главное сейчас вот Гренландия, все, залетели в Гренландию. Суперски. Швеция еще осталась. Швеция — это плохо. Пневмония мутировала, это воспаление легких.
А то, что у нас в Швеции нету, тоже плохо. Ага, сейчас качаем, ребят, качаем по максимуму, там, где есть заразность. Это все надо по максимуму выжать. Фиброз легких мутировал. Швеция, Швеция, почему Швеции нету? Это нам не повезло максимально. Максимально не повезло с Швецией. Так, вот, есть, есть. 68%, ребят, работа над лекарством. А сейчас будем давить вот так вот. Вот так вот будем давить. Вот, уже, уже, уже. Так, лихорадка еще мутировала. 75% лекарства, 77%. Сейчас, я надеюсь, что мы успеем откатить. В принципе, может даже откатывать не надо будем. Вот, давайте летальность вот эту вкачаем. Еще у нас что-то мутировало, вот видим. У нас мутировала болезнь, мы работу над лекарством приостановили на чуть-чуть. Так, дальше. Дальше можно вот это вот вкачать. Геморрагический шок. Резкое снижение объема крови. Вызывает кислородное голодание. Это мы прям настоящий коронавирус. Прям настоящий. Хорошо, эпилепсия мутировала, летальность у нас, так что по летальности, вот давайте вот раз басим еще, летальность повысилась. Ну и в принципе все, ребят, давайте еще вот нестабильность качаем, вот есть очки. Ну и все, ребят, в мире не осталось здоровых людей. Все, коронавирус уничтожит всех людей. Да, ребят, именно так оно и будет, но мы надеемся на лучшее. Смотрим с оптимизмом на это все. Победа. Коронавирус успешно уничтожила всю жизнь на Земле, ребят. Да. Вот такой гайдик вышел. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, ребят, и мойте руки. Все, всем пока.